Так, давай сейчас заново, да? Да. Так, буковка Н. На 15-м месте в алфавите стоит буква Н. С нее начинаются слова ночь и ненастье. Ненастье — это беда. Правильно. Там дымучий ест. Миша туда отвёл, там был день, а потом был ночь. Посмотрел на небо, что случилось с Машей? Может, её злодеи хотят. Итак, нашим друзьям не просто пришлось одной ненастной ночью, а всё потому, что Маша посмотрела страшный фильм перед сном. Когда за окном дождь, приятно сидеть в теплом доме у печки в кресле. Миша даже не читает и не играет в шашки, а просто спит. Он весь день занимался своими грядками и очень устал. Даже Маша сегодня не мешает ему. Она решила приготовить цирковой номер с мячом и велосипедом. Будет не хуже, чем у Миши. Поэтому она весь вечер тренируется. Маша, тренировка окончена. Пора домой. Но дождь стал еще сильнее. Льет, как из ведра. Сверкает молния. И даже гремит гром. Настоящая гроза. В такую погоду и носа не высунешь из дома. Придется переночевать у Миши. Медведь уже выключил телевизор на ночь, но Маша снова его включает. Как? А сказки не будет, что ли? Дети без сказки не засыпают, поэтому сейчас Маша выберет подходящую. Кажется, Маша совсем не боится грома. И Миша отправляется в кладовую. Здесь хранится раскладушка. Где же она? Нашел. Вот и подушка подходящая, простыня, одеяло. Постель для Маши готова. Миша устроил ее рядом со своей кроватью. Ой! Из комнаты слышен какой-то страшный хохот и крик Маши. Медведь бросается на помощь. Где же Маша? Вот она в уголке кресла. А почему Маша-то кричит? Миша взглянул на экран и сам испугался. Такие ужастики совсем не подходят детям. Поскорее выключи телевизор. Я такие мультики не смотрю, вот вам. Всегда не смотрю. Но вдруг свет выключился. Почему? Мишка, а где свет? Видимо, молния повредила электропроводку, догадался Миша. Ничего, завтра он починит. Маше кажется, что чудовище выбралось из телевизора. Ой, Маша! И забралось в комнату. Да. Ты машешь Маше? Да. Это оно возится в кладовой. Не бойся, Маша, это Миша ищет там свечи. Вот, смотри, стало светлее. Миша зажег три свечи. Это краски, Маша. Да. Она приезжает к нам? Наверное. Нет никакого чудовища. А вон в том темном углу, молча показывает Маша. Миша и Маша осмотрели весь дом и даже заглянули в кладовую. Никого. Никакого чудовища. Маша, спи спокойно. Со свечами даже уютнее в спальне. Миша не стал гасить их, чтобы Маша не боялась. Но Маша не спится. Ночью
в ненастье столько странных и страшных звуков. Ой-ой-ой-ой-ой! Мишка, что это? Кажется, кто-то ходит внизу в комнате. И как Мишка не боится? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А что это там шуршит? Что это булькает? А теперь какой-то скрип. Караул! Это чудовище поднимается по лестнице в спальню к нам. Миша, 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 спаси! Маша ныряет под одеяло с головой. Опять гром. Маша смотрит одним глазом из-под одеяла. Как Миша может спать в таком шуме? Да его нет. Кровать пуста. Может быть, он проголодался и спустился поесть? Маша идет вниз. Надо зажечь побольше свечей. Маша расставляет их повсюду. Теперь светло, но Миши нигде не видно. Неужели его утащило злое чудовище? Да! Вот оно топает и хлопает дверью. Маша так просто не дастся. Маша готовится к бою. Прежде всего, надо подпереть дверь стулом. Теперь достать молоток, гвозди и лыжи. Вот так оружие. Зачем нужны лыжи в грозу? Что это задумала Маша? Ловушку для врага. Она открывает вход в подпол. Двери уже дрожат под ударами чудовища. Маша, это не чудовище, это промокший Миша хочет попасть в дом. Он пытался закрепить антенну. Ее скрип на ветру так пугал тебя, но в дождь это нелегко. Крыша скользкая, Миша не удержался и упал. Ну, скорее, Маша, впусти его. Дверь поддалась. Маша зажмурилась от страха. Она не видит, что в ее ловушку попало не чудовище, а Миша. Она крепко забивает крышку подпола, положив на нее лыжи. Так вот, зачем они были нужны. Что это? Опять кто-то во дворе. А вдруг чудовище залезет через окно? Лыж-то больше нет, но в кладовой лежат доски. Маша опять с молотком. Теперь его окно надежно закрыто. Осталась каминная труба. Но ее не закроешь. Бедный Миша. Из-за Машиных страхов он не может вернуться в собственный дом. Попробовать через трубу, она довольно широкая. Но Маша все предусмотрела. Она уже разожгла огонь в камине. Миша подпалил шерсть на пол. Он выскочил из трубы весь в дыму. Я не хочу слушать вот такого. Хорошо, что идет дождь. Как же все-таки попасть в дом? Придется лезть через окно на втором этаже. Но Миша наступает на мяч, падает, летит кувырком с лестницы и попадает прямо в холодильник. Наконец-то он дома. И Маша тут. Медведь быстро высох у горящего камина. Он слушает рассказ Маши о ее сражении с чудовищем и засыпает прямо в кресле. Да и Маша в лапах у медведя гораздо спокойнее. Они оба так устали, даже грому их уже не разбудить. А утром ночные приключения кажутся совсем смешными. А как же гроза? Дождь продолжается. Ура! Маша еще на одну ночь остается у Миши. Только теперь никаких страшных сказок перед сном. Ай, Миша, теперь же никакая сказка не страшна. Я буду тебя занять, я смотреть не буду. Да тут же не страшно. Давай, смотри. Опять... Что это тут? Опять за окном дождь с самого утра. Но Миша и Маша не скучают. Они пишут слова с буквой «Н» и рисуют к ним картинки.
Это у нас мыльница. Мыльница. Сколько букв ЭКН? Вот это такой. Подсвечник. Подсвечник. Сколько букв Н? Один. Клубника. Сколько? Один. Баллон. Баллон один. Бочонок. Бочонок. Сколько? Один. Пятница. Сколько? Один. Зелень. Зелень один. Это у нас что? Сцена. Сцена один. Тромбон. Тромбон один. Молодец. Теперь ты читаешь. Нет. Не хочешь? Хочу. Давай, читай. Всем привет. Рассказывайте, как у вас дела, как прошла суббота. Опять водить я хочу. Вон стоит, возьмешь? Не читаю. Держу. Ой, я сплю, простите, прямо спать хочу. Мы читаем, видите, Машу и Медведь. Собираем коллекцию моей азбука с Машей и Медведем. Тут уже буковку Н читаем. Азбуку мы всю собрали, поэтому можно читать. Там еще есть наборы всякие. А тело человека, времена года и прочее. Косички не расплели с тобой. Мам, почему ты не вязала так? Прости, я закрыла случайно, я нечаянно. Простишь меня? Что-то прости. У меня с экраном. Ничего страшного. Хорошо. Сегодня прям так намучилась с выгрузкой комментариев, которые мешочек денежек на телефон. Прям вы представляете, разные программы, если выгрузки, да, комментариев, какую программу не включаю, везде максимум 200-218 выгружает, и все. А их там более 700, и как бы, да, что делать? Короче говоря, пришлось так вручную тыкать. Победитель уже все получил. Так что завтра будет новый розыгрыш, да, Оля? Да. А что будешь дарить? Набор для поедания сушек. Набор для поедания сушек. Не сушек, а суши. Подарим набор для поедания суши. Туда входят палочки металлические, соответственно, и ложечка специальная для супчиков. Японских, китайских, корейских, но кому чинка. Как нравится. Да, мамочка! Я почитала тебе книжку. Теперь это, я не помню, что это такое? Кто забивается? Палочки? Нет. А как? С веревочками. Лестница. Как? Одна буква Н. Кустарник. Нет. Зелень. Да. Одна буква Н. Мед, бочонок меда. Сколько? Одна буква. Баллон. Когда набивают воду, это не баллон. А что это? Подводный кран? Да. Обалдеть, подводный. Две буквы Н. Она. Подводный одна, кран еще одна. Да, баллон. Одна буква Н. Когда зажигают. Свечи, ваза. Подсвечник. Нет. Ну, подсвечник. Нет. С палочками. И меняющий.
там зажигаю. Подсвечник. Подставка под свечки. Свечки. Сколько? Одна. Я не вижу картинку. Не вижу картинку. Мыльница. Я не знаю такую ягоду. Когда была ставка на дереве, я с пятнышками белая. Клубника. Одна буква Н. Это. Сцена. Одна буква Н. О! Какая тут... Когда дуют. Труба? Нет. Тромбон? Нет. Ну, тромбон. Кто? Тромбон-макрофон. Тромбон-макрофон. Одна. Теперь смотри. Спасибо. Как твое настроение, тебя спрашивают? Веселое. Расскажи, чем ты сегодня занималась? Не знаю. Баловалась весь день, да? Да. Вот и я так думаю, баловалась. Говори. Я посмотрела. Говори всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи, пока.